В ущелье гор среди села ловчонка тесная была. Туда забрел в базарный день пастух одной из деревень. Он на плече дубину нес, за ним бежал лохматый пес. Есть мед, купец! Есть, молодец! Давай горшок или колец! О, что за мед! Душистый мед! Похвалит всякий, кто возьмет! Купец по капле мед цедил, но слов медовых не сидел. Его и медом не корми, а дай поговорить с людьми. И за беседой невзначай. Он пролил каплю через край. Блеснула капля, как топаз. О ней и будет наш рассказ. Почуяв мед издалека, слетела муха с потолка. Жужжит и жадно тянет мед, а к ней ползет хозяйский кот. Припал к земле и в тот же миг на муху прыг. Но пес, пришедший с пастухом, такую прыть почел грехом. Вскочил он с пеной у рта, и ну терзать, трясти кота, трепать, катать, валять, мотать. Чуть отпустил и снова хвать. Потом, как тряпку отшвырнул, кричит хозяин караул: «Мой славный кот, моя краса! Держите бешеного пса! Ах он такой, ах он сякой!» И все, что было под рукой: горшок, жаровня с кочергой, полено, ось от колеса — обрушил на голову пса. Пес завертелся, завищал и на пол лег, где кот лежал. «Мой бедный лев! – вскричал пастух. — С тобою светочей потух! Кто будет мне стереть овец? Тебя прикончил злой купец. Пусть он провалится со всей дряной ловчонкою своей. Ему припомнится мой пес. Тут над купцом силач занес свою дубинку, и купец нашел безвременный конец». «Грабеж, разбой средь бела дня!» — кричит, орет его родня. «Со всех дворов, из всех ворот, из всех дверей валит народ. Бегут на шум сосед и кум, и теткин сват, и тещин брат. Свекровь и деверь, и сноха колотят, валят пастуха. Ах ты, медведь косматый с гор, головорез, разбойник, вор! Не покупать пришел злодей, а убивать честных людей!» С врагами в бой вступил пастух, сбил одного, отбросил двух и пал на землю вниз лицом между собакой и купцом. И вот до горного села, как дым пожара, весть дошла. Всех взбудоражил этот слух: убит в долине наш пастух. Нельзя нам смерть его простить, убийцам надо отомстить, 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 отомстить. Ребята летнюю порой вспугнут в гнезде осиный рой и убегут, а тучи ос прохожих жалят в глаз и в нос.
Так муха бурю подняла. Бегут со всех сторон села, и старики, и молодежь хватают вилы, серп и нож, лопату, вертел и топор, и вниз спешат с высоких гор. Ведут коней на поводу и рассуждают на ходу. Худой народ внизу живет, таким он истори слывет. За каплей меда вниз придешь, да и погибнешь не за грош. Черна их совесть от греха. Идем же мстить за пастуха, мстить. Мы их сожжем. Мы их убьем. Мы их ножом. Мы их дубьем. Так верхнее село пошло войной на нижнее село. На брата брат галдят, кричат. Кто бьет, кого не разберешь. И вот уж в ход пустили нож, сверкнул отточенный кинжал. Огонь по крышам побежал. При виде крови и огня еще сильней пошла резня. Младенцы плачут и ревет в хлевах, в плетях забытый скот. Огонь село спалил дотла. А были эти два села, где жили сотни две крестьян, в пределах двух различных стран. Раздел между ними проходил, закон различный их судил, и подати они несли царям различным в эти дни. Вот одному царю гонец донес, явившись во дворец, что жители чужой земли в его стране село сожгли. Владыка скипетром потряс и написал такой указ: «Мы Божьей милостью и прочь сим возвещаем нынче в ночь. Король соседний, словно вор, презрев священный договор, границы наши перешел, вступил в одно из наших сел. У поселян он отнял кровь, стенанье жены, слезы вдовь текут к престолу моему, а посему приказ мы отдали войскам начать немедленно войну, занять соседнюю страну. С огнем врага в бараний рог. За нами пушки, с нами Бог». Ну и во вражеской стране на каждой городской стене, на каждом тыне и плетне, на всем, что только видит глаз, монарши вывешен указ: «Мы, Сын Небес и Царь Царей, сим объявляем, что злодей, соседний царь, идет войной, чтоб нашей завладеть страной. В наш край он вторгся точно вор, презрев священный договор и для сего найдя предлог. Но с нами меч и с нами Бог, от сим число календаря и подпись онного царя». И запылал огонь войны, и две страны разорены, и поле некому косить, и мертвых некому носить. Одна лишь смерть, звеня косой, бредет пустынной полосой. Склоняясь у могильных плит, живой живому говорит: «Откуда и за что, сосед, на нас свалилось столько бед?»
Тут и кончается рассказ. А если кто-нибудь из вас задаст рассказчику вопрос, кто виноватей, кот или пес, и неужели столько зла шальная муха принесла? За нас ответит вам народ. Найдутся мухи. Был бы мед. Притча написана в 1909 году. Да, мир перевернулся.